В Ноябрьске заведено уголовное дело на двух приезжих преподавателей одного из тюменских вузов. Первый оценивал зачеты для студентов в 500 рублей, второй за сдачу экзаменов брал от 2 до 4 тысяч рублей с человека. Буквально месяц назад в Тюмени наши коллеги задержали преподавателей данного же вуза за то же самое дело и возбудили дело уголовное, которое сейчас расследуется. В прошлом году наши коллеги в Салехарде задержали преподавателей, которые за проставление госэкзаменов, за принятие госэкзаменов и просто беспрепятственное собрали взятки со студентов на общую сумму свыше 2 миллионов рублей. Однако новое дело в Ноябрьске от прежних отличает то, что в этом случае к ответственности будут привлечены и студенты, которые давали взятки преподавателям. Как говорят сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями, здесь спрос определял предложение. И хотя молодым людям была дана возможность прийти в полицию с повинной и тем самым оказаться в кругу свидетелей, а не подозреваемых или обвиняемых, такой возможностью воспользовались не все. У нас направлено сейчас 4 материала в Следственный комитет уже в отношении студентов, которые занимались дачей взяток и саботировали других студентов на именно вот такой метод незаконной сдачи экзаменов. Если это будет рассмотрено как группа лиц, то здесь уже дело пахнет реальными сроками лишения свободы.